друзья. Не забываем подписываться на мой личный инстаграм, тикток. И только там я общаюсь с своими подписчиками. Ссылочки, ребят, будут в описании. Ребятушки, всем привет. Квартиру у вас. Приехал в детский дом. Заказали тут у меня тетрадочки. Попросили тетрадочки. Всякие для поделок. Взял пакетик. Тоха, тебе, кстати, спасибо огромное отдельное. Да, вообще всем спасибо, кто помогает, ребят, детскому дому. А вообще и мне. Пойдем сейчас зайдем. Попросили там тетрадки в клетку заканчиваться. Я тетрадочку набрал. В магазинах вообще тетрадки поштучно вчера, наверное, полчаса такое пересчитывал. Вообще. Так. Картон, так, давайте, такой спросил, что надо. Здравствуйте. Так, тут тетрадочки. Спасибо большое. Пожалуйста. Все, пожалуйста, Саня. Ну все, ребяточки, поехали. Поехали сейчас будем Рэмбо звонить. Рэмбосу. Может, Рэмбо появится у нас. Будем соседка его сватать. Поедем, узнаем, когда дом будет сносить. Ну, короче, много-много-много. Ждите. Не переключайтесь. Ребятушки, только что, блядь, косуля выбежала, блядь, перебегала, вон лежит уже, смотрите, ребят. О! О, она лежит. Сбили ее, блядь. Видали, как уебали. Смотрите, лежит. Сука, выскочила прямо посередине. Гололед, ребят, у нас, блядь. Он лежит. Ребят, смотрите, какая херня, блядь, как уебала, нахуй. Ебануться надо. Выскочила, ребят, ни знаков, ничего нету. Вот выскочила, перебегала, блядь, из садов, что ли. Я вот ехал, блядь, бух. Ладно, хоть аварии, блядь, не случилось. Ребятушки, камеру уронил. Вон лежит она, ребят. Ну, походу, делай, что, и пизда, не желез, она что, перебила там ноги. Ладно, ребят, едем дальше. Ребята, вот вы спрашиваете, откуда упал Васильевич мясо. У нас мясо тут ходит, ребят. Вот так вот, видите. Я шучу, ребят. Блядь, вот так вот. Жалко животное, опять же, водителя жалко, блядь. Машина новая, блядь. Как вот тут, блядь, она выскочила? Они же, знаете, блядь, у них гон идет, блядь, на... Пиздец. Ребяточки, ну что, приехал Танюшка. Пойдем посмотрим. Жилье, бульё. Нету дверь. Так, вот так. Ручки нету. Личинка так. Белковый дверь. Танюшка. Привет. Привет. Ты что, еще не собралась? Я собралась, что не собралась, мне только одеться. Давай, одевайся. Ну, иди сюда. Ну, давайте. Вот, так. Вот так вот, Танюшка. Влад, смотри, проходи. Да, блядь, тебя снимать не буду. Вот так вот, иди, я все равно тут по чуть-чуть. Ладно. Но. Вот, ребяточки. Вот, Танюшечка, видите, ух ты, идите мне еще, холодильничек. Да. Смотри. Ты одна, что ли? Нет, Рёма там. Ага. Вот, все, вот так вот. Подписчик такой, самый тоже. О, смотри. Ирёма, так ты что застеснялся-то? Иди, посмотри на Пашу там, живую. Здорово. Стесняется. Вот так вот, ребята, Танюшка живет. Кто говорит, плохо живет? Танюшка хорошо живет, видите? Кушает, жарит, что-то кушает, блядь. Все, ребята, сейчас Танюшка одевается. Выходит, поедем за Рэмбо. Рэмбо уже нас ждет. Ребятушки. Еще, ребята, смотрите, что мне Павел Васильевич все себе приобрел. Думаю, будет интересно. Ребята, приедем. Серьезно? И включи позже. Ребяточки. Танюшка идет нахуй. Танюшка. Ой, тише. Открывай карман шире нахуй. Давай сразу же берем, чтобы, блядь. Опять не хватит нашей Танюшки. Водочки. Она, блядь, потом будет ругаться нахуй. С бомжиками, блядь. Ну, друга, что, да? А дальше что, урвешь нахуй? Поехали, Танюшка. Что такое, Танюшка, опять не открывается? Танюха. Ребятушки, что, заправились? Танюшке он кошелечек. Рима, ты Свете хотел? Ну, Свету что, не можем? На, Танюшка, тебе кошелечек от Римы Кожевниковой, нахуй.
Сигареты даже там у тебя есть. Пузырек можно достать, ты знаешь где? Ребята, ну все, едем. Сейчас за Рэмбо едем, Рэмбо забирать. Рэмбо там на аллее нас ждет, нахуй. С каким-то другом. Ну, нам друг нахуй не нужен. Нам нужен Рэмбо. И все, ребят. Рэмбо, да. Да. Сереге в Воркуте привет передай, скажи, Серега с Воркуты. Серега с Воркуты, привет большой. Ну и Дамирчик тебе зарплату. И Дамирчику, и Паш. И Паш, и всем, ребят, что все, мы едем. Едем. Ребятушки, приехали к Рыжику, смотри, там шумная компания, нахуй, кто там, блядь, трется, нахуй, кто это, блядь, киса, киса, наверное, киса, блядь, освободился, нахуй. Киса? Свободу кисе, блядь! Здорово, киса! А, киса освободился, нахуй. Ну все, капец. Все, орлы сидят, нахуй. Вот это я понимаю. Орелики, блядь, сидят, нахуй. Здорово. А еще... Здоровенько. Ой, орлы. Идти его мать. Киша, ты когда, блядь, освободился? Я только тебе передачку, блядь, послал. Здорово. Здорово. Четверг. Нихуя ему передачки пересылал, блядь. Опа, орлы. Идти его мать, нахуй. Здорово, блядь. Че, блядь, потеряли меня, поди, нахуй. Нихуя у вас тут, блядь. Дед, здорово. Здорово. Танюха, привет. Дед, смотри, нахуй. Короче, это... Рыжий, сука, черный, опять негр. Дед, смотри, короче, землю, короче, пахал. Почему? Ну, нужно же басадки, нахуй, делать. Землю пахать. Ну, блядь, рыжий, блядь. Проходи, киса, блядь. Давай, киса, как там? Давай, иди сюда. Ой, блядь, давай. Как чалился там, блядь, киса, блядь. Давай. Паскуди, мы ему подарки посылаем, блядь. Я знаю. А он, блядь, сука, на свободе уже, нахуй. Давай. Да. А, бля. О, огурцы малосольные. Какашки, что ли? Дед, что ли? Какашки. Дед, как дела у тебя? Дед, паспорт где? А, киса сразу. Бульдог. Сразу здесь голодался, да. На тюрьме. Да. А, блядь. Дедушка, паспорт где? Какашки тут нормально лежит. Где лежит, блядь? В ломбарде? Да. Где? Обалдеть. А? У Светки. Какой Светки? Там у вас до сих пор горит. Ты посмотри. Рыжий, покажись, Чукча. Нигер, блядь. А тебе привет от нигера. От кого? А, нигера, грязного нигера? Да. Да, привет. А вот это тоже нигер грязный. Чисто, блядь, чистенький, блядь. Да? Да. На казенных харчах там нормально. Да не, его да. Короче, его знаешь что? Че? Короче, это. Какое? Ну, утром, короче, знаешь, какая хуйня-то была? Блядь, бульдог. Ой, рыжий, блядь, наговорится нахуй сейчас. А кистука пошел-то, блядь, сейчас? А погоди. Да я вот так гуляю. Хотел вперед меня увидеть. Не-не-не, пока. А знаешь что? Я говорю, ну Танюхе, ты говорю, Тань, я говорю, надо, говорю, это, веревочку ему привязать и за веревочку его держать, чтобы далеко не убежал. Ты сказал Кисе, что ты прислал к Таньке-то, пока его не было? Прислал к Таньке? Да. Она мне все рассказала. Да? Да. Что еще рассказала? Ой, много там. Ну-ка, Танька, расскажи, что рассказала. Все рассказала. Все? А про молодого рассказала Рэмбо? Про какого? Рэмбо-то. А кто такой? Костя Рэмбо. Был, и про Костю рассказал. О, бля, киса. Ну, что, шапка поднимется, рога вырастут? Да не, он это просто, он с ними выпивал, дружил с ними, блядь, пока тебя не было. Охраняли с бульдогом. Бульдог, блядь, здесь смотрел, как этот, нахуй, цепной пост. А бульдог, я хуй его знает, где этот бульдог. Ну, сейчас я съезжу на трубу, наверное, хули за ним. Бать там на трубах и прилегся, блядь, почему-то. Соблюдал. Сегодня киса бодать будет всех, блядь, походу. Дело, блядь, забодает. Блядь, рыжая шея, смотри, какая грязная, блядь. Сразу же видно, блядь. Рад видеть. Раб, рабыни, рабы, рабыни. Эй, нахуй, блядь. Ты что, давно пришел? Да. Нет. Ну, как киса забрали? Рыжий, ну-ка, посмотри на меня, блядь. Сука, чукча. Нормально. Блядь, рыжий пьяный паскудник, блядь. А где я пьяный? Хотели песню записать, блядь. Ну ладно, хуй, сам буду записывать. У нас сейчас будет это самое... Клип, блядь, дело. Я на припевке буду, ты будешь петь так-то. Слышишь? Да он нихуя не сможет записать, да. А где надо? Плиту тогда танцевать. О, блядь, на. Дедушка, ты что, ручки пить хочешь, что ли? Выпить хочешь? Замерз. Курить хочешь? Танька, дай сигаретку. Я еще не купил сигарету. Сейчас я дам. Да не, вон, у Таньки. А что у меня опять-то нахуй? Она у меня одна.
Кто одна? Бутылка? Бутылка вина. Да? Нет. Ну ты что такой скромный-то, девушка? А когда представляешь такой? Почему он про пенсию не узнал нихуя? Говори, рыжий. Короче, это, пока. Знаешь, какая хрень? Чучерямба, блядь. Чучерямба нормально. Я сегодня стригся. А? Ты рассказывал? Тебе сказали, помнишь, 10 лет, где раньше оформил, не хотел. Серьезно? Это, как чё? Эти камни, блядь, ну. Макс? Сделал. Я еще добавлю. Да? Да. А что такое? Ты тоже что-то знаешь, Макс? Ну, я тебе говорю, значит, знаю. Блядь. На сигарету! Он будет меня преследовать, понял? Он? Да. Только он проговорил, блядь, и меня после обеда принимает, понял? Вот оно. А где, блин, на труб, что ли, понимаешь? Она одна. Не трубок там, дома он идет, он же идет здесь, да где? Да ладно, что киса, блядь. Ты что, 10 минут прошло так быстро, что ли, уже? Вот, читай мне 25 числа его. А у меня же там еще один пацан. Я-то вышел. Иди вот так вот тут. Одноклассник, что ли? Нет. Одноклассник. Дедушка, ты тоже, наверное, писи хочешь? Иди пописи. Ножками трясешь на. Нет? А что тоже нос-то черный, блядь? Так они же у меня отремонтированы. Какой черный? Я откуда знаю, какой черный? О, у него, дай. А, вот, ручку не может. Не может поставить, не может. Ебанусь, нихуя себе. Это что за мужик? Такой, блядь, ручку, сука, прикрути. Блядь, рыжий, блядь, поскольку. Ты где пуховик отжал, нахуй? Вот мне это парни привезли, нормальный пуховик. Только вот тут вот такие были лямочки, я их оторвал. Че, рыжий, когда будешь чистым? Начинается. Че там? Песни, блядь, одну песню. Эй, блядь, нахуй, че, блядь. Киса, нахуй, че, блядь. Мне сейчас забаня потом петь нельзя будет слушать. Итак, киса, говорят, что ты нихуя, блядь, в роликах не участвуешь, нахуя ему водку даешь, блядь. А ты еще песни будут петь, блядь, да? Танюшка, блядь, Рима ей выслала, блядь, с Омска, Танюшка всем раздает, нахуй, все курят, блядь. Даже рыжий, блядь, женские сигары начал курить, блядь. Паскуда, рыжий, блядь. Что-то они какие-то такие. Блядь, паскудник рыжий, блядь. У меня-то крепкий, я крепкая сижу. Нихуя, у Танюшки толстая такая сигара, блядь. У всех тоника, блядь. Даже дедушка, женский, как женские сигареты курят, блядь, нормально? Нажми кнопочку там. Сига, смотри, чего у тебя. Нет. Ладно, в общем, Танюшка, постой, я поеду до Кировского доеду. Слышите, до Кировского поехал доеду. Сейчас я там Рэмбо привезу. Он ждет меня вот до Кировского. А Рэмбо это? Константин. А? Танька сегодня, блядь, киса выбит, похолодел, опять что-то сделает, блядь. Киса не бей, она вела себя нормально, я тебе серьезно говорю. Видео посмотришь потом. Киса, да, вообще не трогай. Конечно. Да, вот только рыжий чертик, блядь, приставал к ней. Погоди, бах. Пока. Да я шучу, блядь. Ты хочешь, блядь. Пока. Какой рыжий на какой надо? Слышь, у нас нет такого по жизни. Да? Ревности никогда не было. Ага, блядь. По Сереге не скажешь, что по жизни. Нет, ты не ревнуешь, хоть? Молодец, нахуй. Никогда такого не будет. Да. Если женщина. Честно скажу, дед пристал к ней. Это баню. Как его? Да нет, дед, блядь, все боятся кису. Киса бандюга вернулся, блядь. Даже дед уже, блядь, нет. Кого, блядь? А вообще? Хотя дед, блядь, двоих может отпиздить, да, спокойно же. Слышь, пока. Нет уже? Троих уже. Нет, ну ты, блядь, ты хуй не бойся, хуй ты. Он же знает, что, блядь. Пока. Так там они вообще охреневшие. Ну, Серега и Танюха, они охуевшие. Вова, карауль нахуй, сумки нахуй, чтобы их на испиздил. Я пойду думать. Один по обходу подбежал, другой, короче, это. Потом смотрю, выходит. Я вообще нахуй вахуюсь. Я должен караулить, что ли, все. В шоке. Ну совсем обалдели, да. Нахуй. Да так хули, давайте я вам дам, киса вам. Нет, вы. Пошли, Танька вам дам, а вы поедете на 101. Пошли, я вам дам по водочке, киса, блядь, я как, блядь, вернусь. Чтоб ты... Сумка, что ли? Да. В снегу. Где? Смотри. Где? Да, сумка в снегу. Где сумка в снегу? Вот, вот. Сумочки видно. Прямо перед тобой пошли. А, перед ночью? Вот, да, сапог, да, нахуй. Где ты, блядь, разделся, нахуй? Пошли, киса, дам тебе, блядь, водочки, нахуй. Деду не передали, пошутил, никто не передал. Поехали, вы два, шт, орлы. Танюшка, ты с нами. Танюха, чао, какао. А то... Серега, ты аккуратно, блядь. Ребят, хотел сюда привезти, но чувствую, что, блядь, бандюга, он... Ух, никого не буду, нахуй, возить сюда. Будет у тебя? О, блядь, рыжий, погоняло, всем дает, нахуй. Бармо. А, не знаю. Это... Все. Дед, а по машинам, нахуй. Не, пока.
Нормальная погоняла. Будет не киса, так, а вот. Киса, киса, спасибо, да? Сега. Тут самое интересное, я еще хочу сказать. Бульдог передал мне это привет Даше. Он такую книжку выдрил, ему хорошую. А, он передавал что-то по Камасутру, нахуй. Да? На, вот посмотрите, было. Танька, ты что, остаешься здесь? Да. Ну, пока тогда. Эй, блядь, Танька, блядь. А что? А? Че, денег? 100 рублей. Сука, киса, блядь, какой паскудник, блядь. Люди говорят, блядь, киса нихуя не делает, блядь, а сука, деньги паха ему дает, блядь. Спасибо, да? Ну, все, ладно. Танюха, поехали. Блядь, ну как киса, блядь, видите, парень освободился, чтобы, блядь, бомжиков не бил, блядь, я ему дал денег, откупился от него, блядь. Потом парень ревнивый, блядь, сказал еще, пахал его, чтобы меня бить. Ревнив. Давай, рыжий, садись деду на колени, нахуй. Дед, блядь, деду, бумаги, блядь, не читай, нахуй, это... Да, Танюшка, вперед, нахуй. Все, кися, обращайтесь, нахуй. Танюшки. А, Танька, смотри. Все? А я еще и до Малышевки приду. О, блядь, на Малышево. На Малышево? Зачем ты на Малышево? В гости. А Таньку-то, Танька, нас сливай, Таньку-то, ты. И приезжай. Я тебе приеду, говорит, блядь. Я тебе приеду. Ладно, кися, все, мы уехали, давай. Все, ребята, поехали, нахуй, за Рэмбо. И все. Все, киса, блядь. Видите, ребята, пришлось откупаться, нахуй. Ой, ничего. От кисы, блядь. А то он восходник всех избить хотел, блядь. Да. Даже деда хотел. Хоть дед их не переставал, нахуй, но Павел Сильвич обманул, да? Нет. А вот. Ну, кису наебал, нахуй. Да машину будем мыть. Мыть, блядь. Да, скоро. Поехали, сейчас, ребята, мыть. Как-то надо, но... Сейчас мы Рэмбо заберем и поедем на 101, нахуй. А еще бульдога, может, возьмем, блядь. Не знаю, посмотрим, сейчас бульдог там. На 101 к сетке, нахуй. Блять, я хоть там в горячей воде хожу. Танюшка, ребят, видишь, на переднем месте, нахуй, хули. Королевишный чай. Где-то Рэмбо, блядь, должен искать. Быть здесь, нахуй, ребята, ищем. Рэмбоса, нахуй, паскудника. Слава, подойдет к Кировскому. Да. Ну, где-то здесь он в 28-м доме, говорит, блядь, был, нахуй. В 28-м доме? Ну, не, он на аллее был. Сейчас, ребят, подождем его, нахуй. Паскуду рэмбовскую, нахуй. Так. Давай, рыжий, у тебя глаз алмаз, нахуй. Ты орел рыжий, блядь. Нет, сейчас он, я вам позвонил, он где-то. Он должен подойти, нахуй. Я сейчас машину заглушим пока, нахуй. Отсыка, Рэмбо. А, вон Рэмбо. Где? Рэмбо! Вон он, но. Че? Заблудился, что ли? Все, рыжий, двигайся, нахуй. Ох, блядь, нихуя алкоголик, блядь. Ты пив, опа, нет, лимонадик. Дедушка, достань там... Это под лимонадик танюшку. Или пивко? Лимонад? Здорово, Рэмбо! Садись! Здорово! Нихуя, золотой перстень! Поехали нахуй на съемки, блядь! Тебя, блядь, сейчас с девкой будем знакомить, блядь, со Светкой, нахуй! Со Светкой тебя будем знакомить! Здравствуйте! 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 Видите, как дела, нахуй? Зуб мой! Мой зуб, нахуй! Вот, сука, блядь, рыжий! Рыжая зубная фея, блядь, ребята! Все, нахуй! Вот сейчас зубик-зубик поиграй, да удай, нахуй, да? Да, все, блядь! Нырни там в дедушке это, достань пузырек там. Опять нырнуть, что ли? Давай. Охерели, что ли? Давай, нырять, ты... блядь. Нырять, тут там, блядь, нырять, блядь. Че, у Рэмбо запивон есть даже, да? Ох, блядь, Танюшка будет сейчас запивать. Да, я запиваю. А Рэмбо не закусывает, нахуй. Я видел. Вот ты встретил. Деда видел? Деда, я видел. Деда. Видел. Ты что, ты же, блядь, был дурак в прошлый раз, дед? Старого что, не знаю. Че рыжий там, блядь? Ты что, старого? Встал. У него тайна погоняла бабай. У тебя? Бабай, сегодня, короче, я как гуль старый, чин-чин-чин старый. А не, а тебя, киса тебя бабаем называют. Я бабаем зовут. А что, нормально все? Вот это нормально. Это нихуя не нормально, блядь. Давай, держи, нормально. Че там? А ты рыжий, блядь, новую жертву нашел, Рэмбо, блядь. Любовь у рыжего, деду изменяет, паскудник, блядь. Смотри, Рэмбо, аккуратно, нахуй. Меняй. Смотри, чтобы у него руки шелудливые никуда не залезли. Я тебе ноги там выдерну сейчас. Кого? Какие ноги? Че он там, пристаешь, что ли? А, че я?
Ребята, Мам, короче... Переплетаются ноги, что ли? И руки тоже, блядь. Блядь! Рэмбо, ты что такое, блядь? Убийца, блядь. Рыжего, нахуй. Нельзя, блядь? А у меня завтра сутки, я на все завтра еду. А что у тебя за сутки? С чем? А? Что, сутки? Бунал, что ли? Меня подрезали здесь. Ну? И ты же хочешь рыжим ноги сломать за это? Да, говорит. А нахуй рыжему-то ноги сломать? Что там у тебя передача? И его дед, блядь, будет таскать по мусоркам, что ли? Как он, блядь, будет? Ну, блядь, взяли нож, воткнули и все. И ушли, да? Не, почему? Остались. Ну а что, нашли их, нет? Вот так вот просто раз. А, вот как где-то у меня. Да. Рыжий-то услышал, мальчик ноги вырвет, так сказать. Зуб ему не нужен, блядь. Да? Рыжий? Костя меня зовут. Костян. Костян. Ты заебал, ты Костян. Один раз, блядь. Зови его просто, Константин. Он гитару берет, нахуй, и тихим голосом поет. Да, про Одессу, блядь. Про Одессу, маму и деда, папу. Костя. Вот на меня горчасин. Не отрывай мне ноги, пожалуйста. Ноги оставлю. И руки тоже. И руки. Руки-то разрабатывают. А то он тебе руки оторвет и жопу ставит. Будет рыжий рука жоп. Не твоя писька, да нахуй. А, баба, знаешь, как нахуй гоняешься? Баба, блядь. Танюшка, ты что сука гоняешься? Только во сне. Только во сне. Рыжий, расскажи, как сон ты. Ну, сон мне рассказывал, как ты во сне там королевишну ебал. О, как парышня попал нахуй. Во сне. Я даже не понял, что надеюсь, это я прокачался, блядь. Да? Нет. А проснулся, ну, дед рядом. Нюха туда-сюда. Что видишь? Сон снился. Переворачивается. На правый бок. Татьянка снится. Колян. На левый дед, блядь. На левый дед, блядь. Да заебался, встал, выпил, нахуй, опять лег. Где ты видел? Ты трасс на трубах был он. Ты что, блядь? Прошлое воскресенье пировал, Рэмбо, ты что, забыл, что ли? Да, трубы. А потом ушел. Потом он улез-то. А кого мы в это засунули? А, тебя засунули в это. Рыжего? Тащил-то я, блядь. А, нифига. Мы же уехали. Я как его взрывать, что ли? Пришли уже, приехали. А там кто-то видел его, Рыжего, что там Рыжего запихивает вдвоем, говорит, на. А я его тащил, потом засунули головой туда, и он сам пополз. Че, блядь, прям пополз? Челяк, блядь. Челячок. Ну, сука. Кость, это нормально. Это никуда не нормально. Кость, это нормально. Это жизнь. Да, это жиза, нахуй. Рэмбо, это жиза, нахуй. Это жизнь, это нормально. Ноги не трогай только. Ноги не трогай, да? Как залезать? А я руки тоже так пишу. Он на туре... Записку пишу. Нет, собирается, да? Ты что, Рэмбо хочешь ему и письку оторвать нахуй? Не, он говорит, чтобы я не трогал письку. Руки, ноги отрывай, письку не трогай, да? Нет, вот так вот будет. Нет, все, не трогай. Все, все. А что ты? Слышь, ты оторвешь ее, продашь, да и все. Да нахуй мне надо. Как сувенир нахуй. На палочке. Слышь? Блядь, рыжий, блядь, все гоняются. Нам, блядь, оберегать тебя, ты рыжего? Красную книгу его занести, блядь. Видите его, за ним. За место попугая, блядь. Да, его, блядь, за ним бегают, записка его на нахуй. Попугая, да. Нахуй. Клетки нахуй держим. Светка все. Ну, сука, блядь. Ну, маленький королёк. Большой пиздец. Королёк. У тебя. Даже маленький может такие чудеса делать, боже мой, блядь, почему? Да, да, я вчера попробовал, спасибо большое. Че попробовал? Куда? Вчера. Куда залез, а? Победе 28. Там кто? Победа 28. Я на Победе 26 сейчас нахожусь. Я там работаю. Где? В Победе? А кем? 20-й, 22-й, 27-й, 28-й. Нихуя, ты кем? Чикаго 55. Кем работаешь-то? Чикалово, а, дворик? 55, который? Да. Самый я такой страшный дом, блядь, все там что-то пиздец, заколочено. Да. Где? Сетки хату дали, знаешь, где? Ленина 7, в секционке. Позвонили, а? Понял. Поеду, блядь. 12 числа получше там будет, там жить. Они могут и ночью. Да и дворником тебе уже. Я на то все будут ходить. Да, нам одиночки не будет. Не будем, во-первых, ходить. Я знаю. А боже, я не имею права, мне не надо. Костя. Это нормально, но надо одного, чтобы жил-то с ней. Да пошла уже нахуй.
пожалуйста, вот мне на кранчик поменять там. Вчера, ну, я не знаю, если все-таки уйдет от... Ну, там будет, конечно, такая распалка. Там тетя Зина с ней переезжает. И вот эти вот парень зевки. Кому? Кому ты разбил трибалик? А? Вот этом кого тем. Я там вверх туда одна была. А ты ее изнасиловать хотел, что ли? Ну, я насильно хотел взять, но не получилось. Не получилось? Не, насильно это не то. Насильно вообще нельзя? Я и штаны все порвал, блядь. Ёлки порвал. И не воткнул, что ли, блядь? Нет, блядь. Нихуя, нахуй рвал ты, блядь, одежду? Не смог, ёбаный, блядь. Не стал, что ли, ничего? Не смог. Дровяники, что ли, был? Да, вот я не помню, как вообще. Ну, Кость, ну ты молодец. Нихуя себе. Стыдно? Конечно, стыдно. Блядь, целуй нахуй этого, нахуй, рыжего. Мы договорились, а потом так. А потом не дала она? Нет. Ты, блядь, что? Раздразнила? Да, я начал, блядь, свое вкачивать. Я вкачал ей свое, она поняла. Я лишний маленький разбил. Ой, блин. Все, Танька еще испугалась. Танька тебе так даст, нахуй, только не бей ее. Даже рыжий тебе даст. Рыжего только не бей, нахуй. Все дадут тебе, даже дед, блядь, даст, только не бей. Останови, я буду. Нахуя? Нахуя? Да не, блядь, не будешь ебать. Давай, пошли, поехали. Что, сдурел, что Танька? Пошли, так пошли, ты какие хуйки. Я доеду, блядь. Вот так, однако. Что, на трубы едем? Да, проверим. Бульдога нет у нас. Поехали на 101. Я его что-то не видать. Мы посмотрим, что. Видать, не видать его. Посмотрим. Дедушка, не ругайся, нахуй. Сегодня Рэмбо, блядь, всех отпиздит, нахуй. Если ебать не дадите, нахуй. А он у нас. Так что аккуратнее, нахуй. У нас Костик, у нас тогда Костен есть. Короче, это Костик. Не называй его Костен, он тебя точно первый выебет, нахуй. Рыжий первый, короче, у Костена, блядь, будет. Рыжий задумался, нахуй. Костик. Рыжий испугался, смотрите, ребят. Рыжий, не бойся, я не дам, блядь. Насилие не произойдет сегодня. Да. Рэмбо сегодня спокоен, нахуй. Он соседка сейчас. Соседка познакомится. Сейчас соседка познакомится, будет, давайте, все нормально будет. Да, ее не пизди, она так даст тебе. Она так даст, да. Да, она без трусов постоянно ходит, так что там. Откуда ходим, знаете? Трусы что-то валяются постоянно где-то, она все-таки без них. Так, Танюшка, покушай семечки покрывающие. Не-а, рюмка своя. Что? А рюмка? О, Танюшка, блядь, рюмки. С рюмкой, блядь, она переживает, говорит, мало ли, блядь. Бомжики боятся, что Танюшка туберкулезом болеет, так она, видите, чтобы не заразились. Да. Ну так вот, ребята, блядь. Танюшка тоже, блядь, у нас девка-то. Умная. Да, плохо, я комиссию прошел. Плохо? Ну тогда я тоже прошла, у меня вот. Как бы все чисто, но... Да, да. Чисто, вот, блядь, не зависит от того, что прошел, Костя. Курить нету. Харчки-то я же не сдавала. Сейчас курить будешь? Да. Ты не дата, блядь. Ты не дата, блядь. Вот все, сейчас штаны снимай, нахуй, рвать буду штаны, блядь, рыжий. Рыжий, все, пиздец. Рыжий, да не бойся, что ты, он же так шутит, хули, блядь. Он же просто прикалывается, рыжий. Рыжий, блядь, не обижайся, нахуй, ты че? Тебя надо бежу на хвост, давайте. Ну не огорчайся. Опять, нахуй, ребятушки, ну сегодня Рэмбо, блядь, у нас сегодня убийца, нахуй. Влада Листьева, блядь. Ой, блядь, страшно, страшно, ребята, блядь. Блядь, придется держать, нахуй, их бойцов невидимого фронта, ребят. Ну, как бы так, вот видите, уже между разговорами уже подъехали. Трубы там орлята сняла. А, что-то быстро, блядь, я смотрю. Вот, тут-то есть. Кури, блядь. А, так мы, она туда. Вон бульдог сидит. Вон бульдог. Бульдог, бульдог, дай глоток. Так, висите. Я буду сейчас бульдога там вытащу, нахуй. Я буду покурить. На, подержи. Ладно, не ругайся. Ну что, ребята, посмотрим там, что там надо. Ребятушки! Ребята. Здравствуй, Андрюшка! Здорово! Здорово, Никола! Здорово всем! Вот. Пошли, Никола, пузырек тебе дам. Ты что, кушаешь, что ли? Кушаю. А? Все, братва, встретилась, нахуй. Это, нахуй, мафиозник, бульдог, блядь. Бульдог, бульдогович Харламов, нахуй. Бульдог, а? Садись деду на колени, нахуй. Куда я за тебя езжу? В багажник поедешь-то? Багажник, а? До 101-го в багажнике поедешь-то? А, до 101-го сейчас поедем обязательно. Никола, да. Дай тебе пузыречек дам. Давай подвигайся.
Куда ты лезешь-то? Все четвером поедем. Ребята, пятого Никола хотел взять, но пятый Никола уже не влезет нахуй. Багажник. Никола, поедешь в багажнике? Нет, в багажнике нет. Блядь, убить! Да не бойтесь! Все, бульдог вас спасет нахуй! Вон, что там закурил? Поедешь на Суперы? А? Поедем на Суперы? Ну, супер, поехали, конечно. Ну все, давай прыгаем нахуй. Погоди, садись, хуй. Давай, запрыгивай. Давай, Константин, тоже залазь нахуй. Ты куда ушел-то? Домой я ушел, здесь собака, я ебал в рот вас. Что здесь, одна, их две, нахуй. Ну, пошел она нахуй. Заповедник целый, нахуй. Заповедник, давай, садись, Костя. Ладно, давай покурите в канал. А ты там, мне хуевал. Машинник. Нахуй его оттуда. Все, видите, у Кости воровской перстень, он сейчас всех бомжиков накажет нахуй. Бля, ну бульдог понимает, что Костя хочет занять его на место, но бульдог нихуя, блядь, фанчунь тебя покажет. Карате нахуй дзю. Да? Какое карате дзю? Опа. Нихуя, блядь. Нахуй ты деньги показываешь всем, блядь. Запомните, иди. Пречь нахуй. Сфотографируй. Ой, мой лучший друг, нахуй. Константин, мой лучший друг. Телефон подарил. Да не надо мне нахуй телефон. Пропьешь его нахуй. А что? Даришь? Нихуя рабочий, блядь, смотри. Рабочий. Я сейчас заберу у него нахуй. Нихуя ты, Константин, ты что? Я сам нашел. Пойдет нахуй. Нихуя себе. Да, ты пожми руку такой, блядь, спасибо, скажи нахуй. Пожму, конечно. Костяну пожму. Симку вытащи такой, блядь. А? Симку вытащи. А там что, симка тут? А куда взял? Костя, Свете подари. У тебя там дисплей нахуй наверное. Паша, скажи, что Свете подарил. Подарок. Свете подари нахуй. О, все, Светке невесте подарок сейчас своей лучше. Да и симку, и телефон, блин. Да. Давай, ну, лучше. Да, там Сетки подарили. Как только что, блядь, разговариваю, блядь, хер на него. Дисплей наебнулся, блядь. Говорю, да, ты, сетки нести подаришь, блядь, в пизду сейчас. Не нравится? Бульдог, нахуй, он умеет по телефону разговаривать, нахуй, да, бульдог? Дисплей, нахуй, наебнулся, нахуй. Да как? Нормально, нахуй, сетки пойдет, она все равно не видит нихуя. Без очков, нахуй. Коля не видит, нахуй. Блин, выкинул. Коля, поднимешь его, хуй. Потом подарок. себе оставил. Подарок себе. Нихуя. Взял, блядь, бульдоговский подарок выкинул. Бульдог руку сжал тебе, блядь. Нихуя. Еще дома брешь ему два подарить. Один бабский, ну, новый, блядь. Да похуй бульдогу, что бабский, он любит бабский телефон. Так Светке надо. Лишь бы, блядь, позвонить можно было. Кому ты звонить собрался? Кому звонить собрался, бульдог? Звонить, бывает, нахуй. В 02? Заберите меня, блядь, в Гималайи, нахуй. Трехсимочный вот этот белый большой. А не то я залаю. Там флешка. Бульдог-то не то залает. Да, вообще. Одна флешка, блядь, и три симки. Нихуя. Ну все, блядь, что, Рэмбо, ты, блядь, богатей, нахуй. Поехали, да, на Суперона. Никола, в багажнике поедешь, поехали. Я не поеду. Ладно, Николка, давай, мы поехали. Давай его же сади. В багажник его, что ли? Паша. В багажник его, паскуду. Бульдог, давай багажник, нахуй. Видите, рыжий сидит на коленочках уже, все, блядь. Паскудник, блядь, успел, нахуй. Да, дела. Константин, залазьте, нахуй. Как нету его? Ты что, он только что был, блядь. Костя, садись давай, нахуй. Николка, давай, увидимся. Паша, а. Ребята, хотел Николу взять, честное слово, вы говорите, Николу возьми с собой как-нибудь. Да бульдога, я думал, он в багажнике поедет. Так давай бульдога посадим нахуй, иди к этому, Костя на коленке садись. Да садись, какой я пошутил, не поедет он. А он уже остался парень. А Рыжик-то ничего, Рыжик, чисто тебя не в обиде. Рыжик на коленках сидит. Рыжик не в обиде. Вот Рыжик паскудник, нахуй. Сейчас, ребята, тут отряхнем. Я вышел бы еще кого причем. Да нахер. Дай ему тебя. Рыжий, что там, чувствуешь, дедушка, что-нибудь? Напряглось, нет? Дедушка, аккуратно не приподними, а то врежется, нахуй. Нет. Надо, ребята, кабриолет покупать, нахуй. Блин, дай ему тряпочку. Да ладно, Николка. Ну все, Никол, давай, мы уехали, Никол. Давай. Иди сюда. Да, обязательно приеду, Никол. Иди сюда. Иди. Давай, все. Вот. Иди сюда, ко мне, подойди. Никола. Никола. Коля. Иди сюда. Бритый такой. Коля. Ну, Сухану что-то вроде за собой. Да? Это Коля. Нихуя себе, Никола, блядь. Сегодня Рэмбос, блядь, гуляет нахуй. Нихуя даже. Да было бы за чуть-чуть. Ладно, Никола, все. Нихуя себе. Бля, что творится, нахуй? Рэмбо сегодня донатор, нахуй, тут донатор, блядь. Ёб, даже танки охуела, говорит, готова, говорит, нахуй.
сегодня даже потусить с Рэмбо нахуй. Ей бульдог нахуй не нужен, бульдог, блядь, без денег сегодня. Какой нахуй бульдог? Бульдог состарился, блядь. Да, пускай спустится на стороне, нахуй. Старый. Да, бульдог? Он уже состарился. Молодец, состарился. Ну все, ребят, мы едем на 101-й. По мере возможности будем включаться. Не переключайтесь.